второй год ведутся масштабные работы по благоустройству одного из самых значимых мест отдыха в Дзержинске – парка «Утиное озеро». Сейчас по программе формирования комфортной городской среды к завершению подходит уже второй этап. Дно озера очищено, там лежали покрышки и шины, деревья и пластик. Сейчас идет расчистка береговой линии от сухостоя и мусора. Рабочие приступили к монтажу каркаса для будущих пешеходных дорожек. Мы для себя приняли решение озеро не углублять, не трогать дно. Утки, кстати, живут у нас, надо жителей успокоить. Весь выводок не один там, поэтому Утиное озеро осталось Утиным озером. В ходе проверки работ по благоустройству, на которой присутствовал первый заместитель губернатора Евгений Люлин, члены рабочей группы отметили, что из заброшенного уголка природы получилось создать красивейший парк. Были максимально сохранены деревья, а ландшафты, в то же время удалось реализовать зоны активности для всех возрастных групп горожан. В будущем здесь должны появиться детские площадки, а еще 20 тренажеров, в том числе для занятий воркаутом. На большой спортивной арене, где для зрителей будет трибуна, разместятся площадки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и большим теннисом. Я считаю, что вот за год буквально вот эти два парка, где мы находимся, Утиное озеро и Центральный парк, они просто изменят, видоизменят город. К середине сентября этого года начнется приемка работ по благоустройству парка Утиное озеро. А оценить обновленное место отдыха смогут не только дзержинцы, но и гости города. Кирилл Васенин, Время новостей.